живешь, такая, наконец, скверность становится. Точно. Нужно жениться. Эй, Степан! Сваха не приходила? Никак нет. Но у портного был? Был. Ну и что же, шьет он фрак? Шьет. И много уже нашил? Да уж довольно много, начал уж петли метать. Что ты говоришь? Говорю, начал уж петли метать. Ну не спрашивал ли он тебя, зачем, мол, барин нужен фрак? Нет, не спрашивал. Ну не говорил ничего о том, не хочет ли барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ну ты видел у него другие фраки? Для других он, верно, тоже шьет? Да фраков у него много висит. Однако ж сукно на них будет чай похуже, чем на моем. Да, это чай попреглядистей. Что ты говоришь? Говорю, это чай попреглядистей, что на вас. А не спрашивал ли он тебя, зачем, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак? Нет, не спрашивал. Ну, не говорил ничего о том, не хочет ли барин жениться? Нет, об этом не заговаривал. Ну, ты сказывал, какой на мне чин, где я служу. Сказывал. Ну, что же он на это? Говорит, буду стараться. Хорошо, ступай. По моему мнению, черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным, прочие мелюзги. Молокососно что-то. На, батюшка, как себя сам не поворачивай. Надворный советник, тот же полковник. Разве что мундир без эполет. Степан! Ты ваксу купил? Купил. Ну что ж, хорошо вакс? Хороша. Или пробовал чистить ей сапоги? Пробовал. Ну что ж, блестит. Блестит. Но когда отпускал он тебе ваксу, не спрашивал, зачем, мол, барину нужна такая вакса? Нет, не спрашивал. Ну не говорил ничего о том, не хочет ли барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ступай. Казалось бы, пустая вещь сапоги. Если дурно сшиты, да рыжая вакса, уж не будет того уважения в хорошем обществе. Все же будет как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Бог знает, что готов вытерпеть, только бы не мозоли. Степан! Чего изволишь? Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозоли? Говорил. Что же он на это? Говорит, хорошо. Ступай. А хлопотливая. Черт возьми, весь женитьба. То да все, да это. Чтобы тогда это было исправно. Да не, черт возьми, это не так просто, как говорят. Это вещь. Вещь не того. Трудная вещь. Здравствуй, здравствуй, Петр Иванович. Ну, проходи, садись, рассказывай. Как бишь ее? Мелания? Агафья Тихоновна, Мелания. Да, Агафья Тихоновна. Небось, какая-нибудь старая дева. Вот что нет, то есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить. Ох, да врешь ты все, Петр Иванович. Устарела я, отец мой, чтобы врать. Пес врет. Ну, а приданное? Расскажи-ка вновь, что за приданное? Приданный каменный дом московской части от двух этажах. Да уж такой прибыточный, что истинное удовольствие. Один лобазник платит 700 за лавочку. 700 за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев по 400 доход приносит. Но с собой какого? Как рефинат белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать невозможно. По сих пор будете довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете, айда Фёкла Ивановна, спасибо. Она, однако, ж не штаб-офицерка. Купца третьей гильдии дочь, да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А купца и слышать не хочет мне, говорит, какой бы ни был муж хоть собой невзрачен, да чтобы был дворянин. Уж такой великатес. А как воскресно вот наденет шелковое платье, так вот тебе истинный Христос, так и шумит, княгиня просто. Я почему спрашиваю, Фёкла Ивановна? Я ведь надворный советник, так же сама понимаешь. Обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали нрав. У него был какой-то странный, что не скажет, то и соврет. А на взгляд такой видный. Видно, Бог ему так дал.
Он и сам не может. Фёкла Ивановна, голубушка, ну что других там больше никаких нет? Других тебе еще, это самое лучшее. Джош Гуд, ты самое лучшее. Хоть по всему свету исходи такой. Ну хорошо, 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 подумаем. Подумай, матушка. Вот что, приходи ты послезавтра. Мы с тобой вот это, знаешь, снова. Я полежу, ты расскажешь. Да помилуй, отец мой, я к тебе третий месяц уж хожу. А проку ни насколько, все сидит в халате. Да знай себе, трубку покуриваю. Ты думаешь, что жених, это все равно, что эй, Степан, подай сапоги. Натянул на ноги, да пошел, пошел. Надо же порассудить, порассмотреть. Ну так и что же, смотри, на то товар, что смотреть. Смотри. Вели подать кафтан, да благо утреннее время, поезжай. Теперь. Теперь. Да, вот теперь. Теперь. А вон как пасмурно, выйду, вдруг хватит дождем. Тебе ж хуже. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Да в голове-то уж седой волос. Ты что за чепуху несешь? Смотри, где ты выдумала седой волос? Откуда седой волос? Тоже ему не угодишь, другой не угодишь. Я вам в зеркало посмотрю. Да у меня на примете есть такой капитан. Степан, подай зеркало. Что ты ему под плечо не подойдешь? А говорит-то, как труба в ангалантерстве служит. Где у меня тут капитан? Вот он, капитан. Колесик. Говорит, как труба в ангалантерстве служит. Колесик. Вот оно. Под колесием. Вот, ты. Вот оно. Ах ты. Послушай, капитан, на кой черт ты меня женил, а? А что же с того? Бог благодать послал. А, благодать. Я к ней жена. Я что, без нее не мог обойтись, вот а? Вот оно, вот. Ах ты, сам крыса не старая. Иди, зачем, а? Вот оно. Неужели под колесин хочет? Да, закон исполнит. Эх, мерзает. Вот мне вот ничего об этом. Ведь испотешка ведь, а? Капитан, говорит, Сыба, как труба в алганантерстве служит. Вот оно. Вот он. Выдумала седой волос. Врешь ты все, я вам в зеркало посмотрю. Да, седой волос. Ну где? Ну где седой волос? Где седой волос? Ну, седой волос. А зачем? Ну зачем? Что за глупость? Перепугал так, правда, душа не на месте. Да пошутил, ей. И что за шутки вздумал? И зеркало он разбил, а вещь не дорогая в ангельском магазине. Ой, чего, сыщем тебе другое зеркало. Да, сыщешь ты мне другое зеркало. Знаете, другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее, рожа выходит, косяком. Послушай, а я на тебя должен больше сердиться. Невозможно. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь надумал, да? Ничего я не думал. Да? А ведь улика-то налицо. Улика налицо. Это стоит, известно, что за птица. Ну ничего, ничего, ничего. Дело христианское, необходимо даже для отечества. Изволь, я все дела беру на себя. Ну, берет на себя. Говори, как что я прочее. Кто она? Что дворянка, чиновница или в купечестве состоит? Как зовут ты ее? Агафтихонна. Брондахлыстова? А нет, Купердягина. Вот как нельзя. Это то, что в Шестилавочной живет? Не в Шестилавочной, а в Мыльном переулке, поближе песка. Ну, правильно, в Мыльном переулке, то че, за лавочкой, деревянный дом? Ты не за лавочкой, за пивным погребом. Постой, как за пивным? За пивным погребом. Я тут не знаю. Ты еще не знаешь. А вот как поворочишь проулок, так тебе будет будка, будку тменишь, свороти налево, и вот тебе в глаза, прям тебе в глаза будет смотреть деревянный дом, в котором живет швея, что прежде жила с сенатским оберсеклихтарем, так швея-то не заходи, а рядом с нею будет другой дом каменный, вот в этом доме, то есть она и живет Агафтихонна, невеста Брондахлыстова. Агафтихонна, невеста. Агафтихонна. Невеста Агафтихонна. Агафтихонна, невеста. Брондахлыстова. Невеста Агафтихонна. Купердягина, Купердягина Агафтихонна. Агафтихонна. Агафтихонна, невеста, невеста Агафтихонна. Агафтихонна, невеста, невеста Агафтихонна. И за лавочкой, а за пивным погребом. Тебе больше нет нужды. Ты что, что, батюшка, да ты не уж сам хочешь свадьбу. Сам, матушка, сам не мешайся мне, пошла он. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать, едем. Да ведь я так только подумал. Ничего, ничего, пустяки. Ты только не конфузься. Я тебе же не так, что ты не услышишь. Ага. Мы здесь еще час поедем к невесте, и ты увидишь, как все вдруг. Ну вот еще прям сейчас и ехать. А почему бы нет? Зачем откладывать? Зачем откладывать? Ну посмотри, ну что из того, что ты не ждешь? Ты посмотри, как ты живешь. Как ты живешь. Ты посмотри, как ты живешь. Как ты живешь. 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 Ой, как ты живешь, а? Неучный сапог стоит. Да, сапог. Он лоханка, да. И сапог, и лоханка. Целая куча табаку на столе. И табак, да. И ты и вот табак, как байбак везде лежишь на боку, и это тебе порядка. Я сам знаю, что... Порядка нет у тебя. Я сам знаю, что у меня нет порядка. Нет у тебя порядка. Да, нет у порядка. Нет у тебя. Нет у меня порядка. Нет у тебя порядка. Нет у меня. Порядка нет у тебя. Нет у тебя порядка. Порядка нет у тебя. Порядка у меня нет. А как будет у тебя жена? Порядка. Так ты ни себя ничего не узнаешь. Илья Фомич. Иван Кузьмич, ты только вообрази. Вот здесь, здесь, будет стоять у тебя
диван. Собачонка. 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 Чижик какой-нибудь в клетке. Рукоделие. И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабёночка, хорошенькая, эдакая, и ручка тебя так вот... Ах, чёрт! Ну? Какие, брат, право, бывают ручки? Ну? Знаешь, ну как... Ну! Молоко, куда тебе, брат? Будто у них только что ручки. У них брат! Просто черт знает, чего нету. Сказать по правде, люблю, когда рядом сядет хорошенькая. Но вот сам раскусил, ты ни о чем не заботься. Свадебный обед и прочее, все я. Шампанского меньше одной дюжины, брат, никак нельзя. Это уж как хочешь. Магара тоже полдюжины бутылки примерно. Да, кстати, что касается до обеда, у меня есть прекрасный официант. Так собак накормлю, что просто не встанешь. Помилуй. Помилуй, брат, ты так горячо берешься, как будто бы уже и свадьба. А почему бы нет? Зачем откладывать? Ты же согласен. Я? Ну нет, я еще не совсем вот согласен. Да ты же сам объявил, что ты хочешь. Я сказал, не худо бы. Помилуй, как? Ну, было уже все дело. Да тебе что, не нравится женатая жизнь, что мне ли? Мне нравится. Так что же, зачем же дело стало? Да ни зачем дело не стало, просто странно. А что странного? Да то странно, был не женатый, теперь вдруг женатый. Ну-ну. Ну не стыдно тебе, а? Я вижу, с тобой нужно говорить серьезно, откровенно. Я сейчас с тобой буду говорить, как отец с сыном. А посмотри на себя внимательно, что ты такое есть, а? Это же просто бревно. Никакого значения не имеешь. Для чего ты живешь? Ты посмотри на себя в зеркало. Ты посмотри сам, да. Ну что ты там видишь? Глупое лицо, больше ничего. А тут, вообрази, вокруг тебя будут ребятишки. А ведь не то, что там двое или трое, может быть, шестеро. И главное, на тебя похоже. Вот штука-то. Вот ты теперь один. Надворный советник, экспедитор, начальник какой-нибудь, бог тебя ведает. А тут вообрази, вокруг тебя будут экспедиторчонки, такие маленькие канальчонки, и какой-нибудь постреленок, притянувший к тебе ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты будешь так ему по-собачьи. Ну, если что-нибудь лучше этого-то, а? Да у тебя не шалуны большие. Ну что? Ну, будут все портить, разбросают бумаги. Ради бога, пусть шалят. Главное, на тебя похоже, вот штука-то, а? Черт. Ну? Знаешь, как подумаешь, какой-нибудь такой щенок. Уже на тебя похож. На тебя. Ох, Илья Фомич. На тебе. Нет, на тебя. Нет, это ж на тебя. Нет, 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 на тебя. Ну так что, едем? Едем. Степан! Давай скорее барину одеваться. Проклятая прачка так плохо выстроила воротнички, никак не стоят. Илья Фомич, а поезжай-ка ты сам. Ну вот еще. С ума сошел, что ли? Кто из нас женится, Илья? Я знаю, что-то не хочется. Давай лучше завтра. Ну я тебе вкоплю, ма, ну не олух ли ты? Собрался совершенно вдруг не нужно. Ну не свинья ли им подлезть ли после этого? Ну что ты бронишься? Ну с какой стати? Что я тебе сделал? О, дурак! Набитый дурак, и тебе всякий скажет. Вот глуп, хоть экспедитор. Я о чем стараюсь, а? Я о чем забочусь? Ведь изо рта выманит кус. Стоит проклятый холостяк! Ну, кого ты похож, а? Ты же дрянь! Да, колпак! Но, я бы такое сказал, у меня слов нет! Но, баба ты, хуже бабы! Хорош, в самом деле, ты стоит крепостной человек, ты при нем бронишь. Как себе не бронить, скажи, словами. Пожалуйста, только вот духу достанете, не бронить, а? Не как порядочный человек решил жениться, последовал благоразумие, как с дуры блинобелся деревянный чербан. Ну, успокойся, я еду! Деревянный чербан! Успокойся! Ну, все! Что? Я еду! Я еду! Что тебе остается, как не ехать? Деревянный чербан! Конечно, еду! А как же? Конечно, еду! Никакого прощения! Опять, тетушка, дорога?
интересуется какой-то бубновый король. Слезы, любовное письмо, слева Трифова изъявляет большое участие. Но какая-то злодейка мешает. А кто бы ты думала, был Трифовый король? Не знаю. А я знаю. А кто? А хороший торговец, что по суконной линии Алексей Дмитриевич Стариков. Вот уж верно не он. Я хоть что ставлю, не он. Не спорю, Агафья Тихоновна. И волос уж такой русый. Нет другого Трифового короля. Трифовый король. Значит, здесь дворянин. Купцу далеко до Трифового короля. Эх, Агафья Тихоновна, не то бы ты сказала, когда покойник-то Тихон, твой батюшка Пантелеймонович, был жив. Бывало, как стукнет всей пятерней по столу, да как хватит. Плевать я хотел на того, кто стыдится быть купцом. Да не выдам же, говорит, я свою дочь замуж за полковника, пусть их делают другие. И сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, купец, разве не служит государю, как всякий другой? Да как всей пятерней-то хватит по столу, а ручище-то у него ведро величину, его какие страсти. А ведь правду сказать, он и усахарил твою матушку, а покойница жила в Подоле. Ну, чтобы еще у меня был такой злой муж. Да ни за что не выйду за купца. Ой, да Алексей Дмитриевич, не такой. Не хочу. У него борода станет есть, все потечет по бороде. Нет, не хочу. Да где ж найдешь хорошего дворянина? Его ж на улице-то не сыщешь. Фёкла Ивановна сыщет. Она обещала сыскать самого лучшего. Ой, да на лгунья мой свет. А мне, Карина Пантелеймоновна. Грех вам понапрасну поклёп заводить. Дуняшка. Как это, Фёкла Ивановна? Ну? Ну, говори, рассказывай. Есть? Есть, есть. Дай только с духом собраться, так ухлопоталась. По твоей комиссии все дома исходила. По министериям, по канцеляриям истаскалась. В карауле наслонялась. Да ты знаешь ли, мать моя, что меня чуть было не побили, ей-богу, старуха-то, что женила Афёровых, так был, приступил ко мне. Ты, говорит, такая да эдакая. Только хлеб перебиваешь, знай свой квартал, говорит. Что ж, сказала я ей напрямик, я для своей барышни все что угодно готова удовлетворить. Зато таких женихов тебе припасла, то есть и стоял свет, и будет стоять. А таких еще не было. Сегодня шину и прибудут, я нарочно забежала тебя предварить. Как сегодня? Душа моя, Фёкла Ивановна, господи, я ж боюсь. И, мать моя, да чего ж ты испугалась? Дело житейское, приедут, посмотрят, и все, и ты на них посмотришь. Не понравится, так уедут. Уж чай хороших приманила. А сколько их много? Да человек 6 есть. Что ты, что ты, мать моя? Дуняшка, боже. Что ты, мать моя, так споткнулась? Легче выбирать. Один не придется, другой придется. Ну, ну. И что же они, все дворяне? Все как на подбор, уж такие дворяне, что таких еще и не было. Ну, какие же, какие? Хорошие все такие, славные, аккуратные. Вот первый Балтазар, Балтазар Живакин. Славный жених. Во флоте служил, как раз по тебе придется. Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была в теле. Поджаристых совсем не любит. Фиклуш. Не-не-не-не, совсем поджаристых не любит. А Иван-то Павлович, что служит экзекутором, уж такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый. Как закричит на меня, так, говорит, мне не болтай пустяков, что невеста такая да эдакая. Ты, говорит, мне скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого. Ну, я говорю, столько-то, столько-то, батюшка. Ты, говорит, врешь, собачья дочь. Ты еще вклеил такое словцо, что мне неприлично сказать тебе. Я вмиг поняла, это должен быть важный господин. Ну, а еще кто? Еще? Никанор Иванович Анучкин, уж такой великатный, а губы, мать моя, малина, ну просто малина такой славный. Мне, говорит, нужно, чтобы жена, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, и чтобы по-французски умела говорить. Ты сама на мух? Да. Же мы то федезиде, и пухмай, пухтай, пухну, мы отъем нами, либо ех сяпа. Тонкого поведения человек, немецкая штука, а сам-то такой субтильный, а ножки, ножки, мать моя, такие, такие тоненькие, узенькие. Ну, я не знаю, эти субтильные, как-то не того, я ничего не вижу в них. Ну, коли хочешь поплотнее, возьми Иван Павлович, тут уж нечего сказать. Жених так жених. Мало в эти двери не войдет такой славный. А сколько ему лет?
Человек еще молодой, лет 50, может, 50 нет. А фамилия как? Фамилия Иван Павлович Яичница. Яичница? Это что, фамилия, что ли, такая? Фамилия? Мой бог, Феклу, что ж за фамилия? Что ж я вот за него замуж и буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Это ж бог знает, что такое. И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А, пожалуй, коли не нравится прозвище, возьми Балтазар Балтазарыча Живакина, славный жених. Какие у него волосы? Хорошие волосы. А нос? И нос хороший, все на своем месте. Только не прогневайся. На квартире нет ничего, никакой мебели, одна только трубка и стоит. Ну, а еще кто? Еще Акин Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, заикается, зато скромный. Что ты все чиновник, чиновник, не любит ли он выпить? Вот, ну что скажи. Пьет, не прикословлю, пьет, а как же, он же титулярный советник. Зато такой тихий, как шелк. Нет, Феклуш, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница. А что ж из того, что иной раз выпьет лишнее? Он же не всю неделю бывает пьян. Иной день выберется и трезвый. Феклуш. Ну, Феклуш. Пардони, мосы капрей. Феклуш. Ну, кто еще? А, есть там еще один, только бог с ним. Этот будут почище. А кто? Он, пожалуй, он дворный советник, и петлицу носит. Вот тебе на подъем куда тяжел, не вымыть из дому. О. Подожди, Феклуш, а кто же еще? Ты говорила, 6, тут вон всего 5 получается. А тебе мало. И что тебя как поразобрало-то? А да, ведь чего я испугалась? Да что с дворян-то твоих? Хоть их у тебя 6, а право купец один встанет за всех. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворянин будет почтенней. А что в почтении-то? Вот Алексей Дмитриевич, как в соболе шапке, да на санках как прокатится. А дворянин с эполетой пройдет мимо, скажет, а ну, купчишка, свороти с дороги. Или купчишка, а ну, подай мне бархату самого лучшего. А купец, извольте, батюшка, а ну, сними невежа шляпу. Вот что скажет дворянин. Купец, если захочет, не даст дворянину сукна. Вот дворянин-то голенький, и не в чем ходить дворянину. А дворянин? Дворянин зарубит купца. А купец пойдет жаловаться в полицию. А дворянин на купца к сенатору. А купец к губернатору. А дворянин? Заладила, заладила. Дворянин, дворянин, да дворянин тоже при случае гнет шаг. А дворянин? Дворянин? Фу. Фу. О, кто-то идет. Ах ты! Это они! Кто они? Они! Кто-нибудь из женихов! Господи, а в комнате-то у нас не прибрано, а салфетка-то... Салфетка-то совсем черная. Дуняшка! Дуняшка! Скорее неси чистую салфетку. Дедушка, мне-то что делать? Я же чуть не в рубахе. Господи, иди переоденься. Дедушка, у нас там платье совсем не выгодно. Надень другое. Ага, Тихонна, мать моя, ну что ж вы не идете? Он уж дожидается. Дуняшка! Дуняшка, веди его и проси обождать. Ой, какой толстый. Идет. Идет! Погодите здесь. Пождать пождем. Только бы не замешкаться, на минутку отпросился из департамента. Вдруг вздумает генерал, а где экзекутор? Невест пошел выглядывать, как бы он не задал мне такой невесты. Однако еще надо проверить роспись. Так, двухэтажный каменный дом есть. Флигели два, флигель. На каменном фундаменте флигель деревянный. Ах, деревянный плоховат. Дрожки, сани парные с резьбой под большой ковер и под малый, может, такие, чтобы рулом годятся. Старуха, однако, шуверечит первый сорт. Ну, хорошо, пусть будет первый сорт. Две дюжины серебряных ложек. Ну, что ж, для хозяйства и ложки пригодятся. Две лисьих шубы, 4 больших пуховика, 2 малых, 6 пар шелковых, 6 пар ситцевых платьев, 2 ночных капота. Ну, это статья пускатая. Пусть как ей угодно. Однако все еще нужно проверить на деле.
Сейчас обещает и дом, и экипажа жениться таки найдешь, что пуховики да перины. Просили обождать тут. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить? Никак нет, не с папенькой. Я даже не имею еще детей. Ах, извините, извините, извините. Физиономия этого человека мне кажется подозрительной. Уж не за тем ли пришел, зачем и я? Скажите, вы имеете какую-нибудь надобность хозяйки дома? Нет. Что ж, надобности никакой нет. Я так зашел с прогулки. С прогулки. Жениться, подлец, хочет. Пожалуйста, душенька, почисть меня. Пыль-то ведь на улице попристала немало. Вот здесь, пожалуйста, не припушиночка. Ну ведь суконца-то ведь это английское, ведь в 95-м году, когда эскадра наш была в Сицилии, это купил я его мичманом и шил, из него пучок лазит. Спасибо, душенька. А в 805-м припал Петрович, я был сделан лейтенантом, она была совсем набежным. Там сзади нет на подборах ничего. А в 814-м я сделал экспедицию вокруг света, и только по швам немножко потерлось. Вот здесь, еще здесь. А в 815-м я вышел в отставку, перелицевал, вот уже 10 лет ношу и почти что новый. Ух ты, душечка, спасибо, раскрасовка. А как, позвольте узнать, Сицилия? Вот вы изволили сказать Сицилия. Хорошая земля эта Сицилия? Прекрасная. Мы 34 дня там пробыли. Вид, я вам доложу, изумительный. Эдакие вот так горы. Это деревце какое-нибудь гранатное. И везде итальяночки. Вы знаете, ну такие розанчики, так и хочется поцеловать. И хорошо образованы? Ну, превосходным образом. Ну, так образованы, как у нас графиня разве. Графиня? Вот, да. Вот так пойдешь по улице. Ну, русский лейтенант, натурально здесь эполет, золотое шитье. И этак вот красоточка черномазенькая. У них ведь возле каждого дома-то балкончик. И крыша, ну вот как этот вот пол, вот совершенно плоский. И вот это стоит вот такой вот розанчик. Что? Да, и одета, ну, натурально. Здесь тафтица, шнуровочка, разные дамские сережки. Слушай, такой лакомый кусочек. А как, позвольте вам сделать еще вопрос? Да. На каком языке изъясняются в Сицилии? А, натурально, все на французском. И все барышни решительно говорят по-французски? Решительно все. Решительно все? Нет, вы, может, мне даже не поверите, что я вам скажу. Мы 34 дня там пробыли. И за все время я ни одного слова не слыхал от них по-русски. Ни одного слова? Ни одного слова. Нет, ну, я не говорю там о дворянах и прочих разных там этих сеньорах. Но вот возьмите, ну простого тамошнего мужика. Простого мужика? Да, который перетаскивает на шее всякую дрянь. Ну, вот попробуйте, вот скажите ему, ну дай, братец, хлеб. Дай, братец, да. Хлеб. А он не поймет. Не поймет. Нет, ей-богу, не поймет. Не поймет. А вот попробуйте, скажите ему по-французски. По-французски? Деце дель пано. Дель пано. Или порто вино. Вино. Поймет. Поймет. Побежит и тот час принесет. Да, прелюбопытный, однако, как я вижу, должно быть земля эта Сицилия. Да, прелюбопытная. А вот вы сказали мужик. Да. Ну что он, мужик-то? Да. Как он? Как он, мужик? Так же вот как? Совершенно, как и русский мужик, широк в плечах. Широк в плечах. И землю пашет или нет? Пашет? Нет. Не могу вам сказать. Не знаю, как не заметил я там, пашет он или нет. А вот насчет табаку, так я вам доложу, что не только нюхает, но даже и за губу кладут. О, да? За губу кладут. Прошу. Позвольте. Прошу. Перевозка тоже очень дешево. Mm-hmm. Там все почти вода. Wow. И везде гондолы. Гондолы. И вот сидит эдакий розанчик, а одет-то. Манишечка, платочек. Ну, с нами были и английский офицер. Ну, народ, как и наш.
моряки. И вы знаете, сначала было очень странно. Ну, не понимаем друг друга. А потом, как хорошо ознакомились, стали совершенно свободно понимать. Вот так покажешь ему на стакан или на бутылку, и сразу понимает, что это выпить. Выпить. А вот так вот приставишь кулак ко рту и только скажешь губам: паф, паф. Понимает, что трубку выкурит. Нет, вообще, я вам скажу, язык довольно легкий. Наши матросы в каких-нибудь, ну, 3 дня стали совершенно понимать друг друга. Да, приинтересный, как я вижу, жизнь в чужих краях. Да. Мне интересно было познакомиться с человеком бывалым. Да. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Жевакин, лейтенант в отставке. А позвольте со своей стороны спросить, с кем имею счастье изъясняться? В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница. А я тоже перекусил. Ну, дороги будет довольно, а время холодновато. Я селедочки съел с хлебом. Да нет, это вы не так поняли меня. Это фамилия моя, Яичница. Ну, я немножко туговат на ухо. Нет, я просто подумал, чтобы изволить сказать, что покушай яичницу. Ну, а что делать? Я уж хотел просить, да, генерала называться Яичницын. Да. Сын. Да вот свое отговорили. Говорят, будет похоже на собачий сын. А вы знаете, это бывает. Бывает, вот у нас, бывает. Да, вся третья эскадра, все офицеры и матросы были с пристранными фамилиями. Все эскадры? Да. Помойкин. Помойкин. Ерышкин. И Перепреев. Лейтенант. Лейтенант Перепреев. Ну, один Мичман, ну, даже хороший Мичман, был по фамилии просто Дырка. Дырка. Капитан его. Капитан. Эй, ты, Дырка, пойди сюда. Дырка, пойди сюда. Ну, конечно, пошутишь потом над ним, знаешь, так скажешь: ах ты, дырка эткая. Дырка это ему скажешь, так бывало. Пошутишь. А, матушка. Здравствуйте, как живешь? Спасибо, отцы мои, здорово, здорово. Фу, ты какая куча народу. С каких сторон понабрала ворон? У тебя ворон нет. Все честные люди. Гости-то не щитные, кафтан общипанные. Господа, а что она делает теперь, а? О, это верно дверь к ней. В спальню. Стыдник. Тебе же говорят, еще одевается. Эка беда. Я ей только посмотрю, больше ничего. Только посмотрю. Ой. О. Позвольте взглянуть. Позвольте мне тоже полюбопытствовать. Позвольте, я взгляну. Да, только там ничего не видно, господа. Нет. И распознать нельзя, что там белеет женщина или подушка. Нет. А позвольте узнать, по какой причине изволили одолжить посещение. А из газет узнал я, сударня, что желаете вступить подряды насчет поставки леса и дров. И потому, являясь экзекутором при казенном месте, я пришел узнать, какого рода лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить. Хоть подрядов не берем, но приходу рады. Как с по фамилии? Коллежский асессор Иван Павлович Яичниц. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать... А по соседству? А, я тоже. В газетах. Вижу, объявляют о чем-то. Зайду и зайду. Походка показалась хорошей. По дороге где травка. А как по фамилии? Лейтенант морской службы в отставке. Балтазар Балтажан Жевакин II.
Ну, был у нас другой живакин, но тот прежде моего вышел в отставку. Был ранен, матушка, под коленкой, и пуля так странно прошла. Вот коленка не тронули, а пожиль прохватил. Ну, как иголкой сшил. И вот когда, бывало, так стоишь вот с ним, все кажется, что он тебе хочет коленкой сзади туда. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать, по какой причине? А по соседству. Находясь в довольно близком соседстве... Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что на супротив изволите жить? Нет, я пока мисс живу еще на песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда, в эту часть города. Прошу покорнейше садиться. А позвольте узнать... Позвольте! Позвольте! Неужели вы меня не узнаете, сударня? Сколько мне кажется, я совсем не видела однако, вас. Припомните, вы меня верно где-нибудь видели. Право, я не знаю, но разве что только не у Берюшкиных. Ну, конечно, у Берюшкиных, Эх, вы не знаете, а с ней ведь история случилась. Да, она вышла замуж или... Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу. И сильно переломила. Еще. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках. Кучер-то был пьян, вывалил из дрожек. Да, я что-то такое помню. Или вышла замуж, или переломила ногу. Такс по фамилии. Ну как же? Как же, Илья Фомич Кочкарев? Ведь мы с вами в родстве. Моя жена беспрестанно говорит. Позвольте, приятель мой. Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник, служит экспедитором, усовершенствовал отличнейшую часть свою. Как с по фамилии? Подколесин Иван Кузьмич. Вы знаете, директор так только для чина поставлен, а все дела делает он. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Так, прошу покорнейше садиться. Здравствуйте, матушка Алина Пантелеевна. Ребятки на гостином дворе сказывали, шерсть продаете, матушка. Здесь не купеческая лавка. Вон, а как? Али не в попад пришли, али без нас дело сварили? Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич. Хоть шерсть не продаем, но приходу рады. Прошу покорнейше садиться. Странная погода нынче. Поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло. Да, эта погода ни на что не похожа. Иногда ясная, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность. А вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время. Вот выйдешь из дома, день солнечный, а потом смотришь, это... Дождь. И смотришь, точно, как будто дождь. Неприятно, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совершенно другое дело. А в одиночестве, так это просто... Ну, это смерть, это совершеннейшая смерть. Да-с, это можно сказать. Какое есть ни терзание, жизни не будешь рад. А как, сударыня, если бы вам пришлось избрать предмет? В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу? Нет, хотели бы вы, сударь, не иметь мужа, человека, знакомого с морскими бурями. Нет, лучше муж, а? По моему мнению. Есть человек, который почти один управляет целым департаментом, господа. Господа, ну зачем? Иван Кузьмич, руку, ну зачем? Иван Кузьмич, прошу за меня напряжение. Смелее. Человек, смелее руку. Иван Кузьмич, смелее руку. Пехотный смелее. Руку смелее. Ну, как имеет представление. Господа! Благодарствую, своим удовольствием, но нехорошо ж так стоять. Как мне стыдно, право стыдно, я уйду, право иду. Не делайте этого, меня, право, не уходи, совсем отстранишься. А меня стыдно, право стою, они не видят, что подумают.
тебе и на. И ушли все. Что это значит? Верно, что-то случилось. Что-нибудь насчет дамского туалета. Ну, поправить что-нибудь. Манишечку пришпилить. Что случилось? Как может, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось. Да? А почему она вышла? Да пристыдили, от того и вышла. Совсем исконфузил, так что на месте усидеть не смогла. Господи. Просит извинить. Вечеруде, чтобы на чашку чая пожаловали. Ох уж это. Мне чашка чая. Вот за что не люблю сватанье, это пойдет возня, сегодня нельзя, да, пожалуй, завтра, да послезавтра, да еще надо подумать. Надо подумать. А ведь дело-то дрянь, да, ну, дело дрянь, не головоломное. Ничего. Черт побери, я человек должен, стой, мне некогда, я пошел. Да, пойдемте. Ну что, хозяйка-то мила? Да, не дурна. А ведь хозяюшка-то хороша. Она совсем не хороша. Она просто не хороша. Она не хороша. Нос велик. Нос у нее. Нос я не заметил. Она ж такой розанец. Да нет, не то, не то, не то. Вы знаете, я сам тоже их мнение. Я думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она к тому же по-французски. А что ж вас смеют спросить, не попробовали? Не поговорили с ней по-французски? Да, кстати. Можете знать. А вы что, думаете, что я знаю по-французски? Нет, я не имел счастья воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он не думал приучить меня французскому языку, я и был еще ребенком. Меня легко было приучить, стоило только посечь хорошенько, я бы знал. Но теперь-то, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она? Нет, господа, женщина — это совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала. А иначе у нее и то, и это. И все будет как-то не то. Ну, этим занимается кто-нибудь другой. Я пошел. Ну что ж, пойти трубку выкурить. А вы где, позвольте спросить, живете? А на Песках. В Петровском переулке. Да, это будет круг. А я... На острову, в 18-й линии. А все-таки я вас попровожу. Ну, господа. Пойдемте. Ну, господа. Прошу. Господа. Нет, тут что-то спесьевато. А я Агафья Тихоновна. Вспомните потом о нас. С моим почтением, господа. Ну, что? Хозяйка-то хороша, а? Да что, она мне, право, не нравится. Вот тина, ты же мне сам сказал, она хороша. Так как не того. Что не того? Ой, нос длинный, по-французски. А тебе на что по-французски-то, а? Все-таки невеста должна знать по-французски. Да зачем? Ну, не знаю зачем. А все у него будет не то. Сейчас один дурак сказал, а он и уж развесил. Да ты посмотри, какая это красавица, а? И такой девицы нигде не сыщешь. Признаюсь, она тоже мне сначала была приглянулась. Но потом стали все говорить, длинный нос, разглядел хорошенько точно. Эх ты, перей, не нашел дверей, а они нарочно толкуют, чтобы тебя отвоить. Я тоже не хотел, так полагается. Да ты сам посмотри, ты посмотри, какие у нее глаза. Это же не глаза, они дышат, а? Ну? А нос? Ну, посмотри, какой нос, а? Длинный. Нос, белизна, алебастр. Но длинный. Белизна. Но длинный. Но белизна, а? Ну, не всякий алебастр теперь, сравнится даже. Теперь вижу, как будто бы хорошо. Ну вот, давай так. Они все ушли, сейчас пойдем к ней и изъяснимся, и все дело кончим разом. Скорее, нет, а? Нет, я этого не сделал. Но почему? Потому что нахальство, она одна, нас много, пусть сама выбирает. Ой, ну что за человек невозможный? С ним никак нельзя водиться. Не понимает никакого обращения. Боишься? Соперишься, боишься? А давай так, Иван Кузьмич, я сейчас их в одну минуту спровожу. Пойдем к ней и изъяснимся, и все дело кончим разом. Да как же ты их спроводишь? Это мое дело.
Только дай мне слово, что потом не будешь отнекиваться, а? Изволь, я не отпираюсь, я хочу жениться. Ну, руку! Возьми. Право, такое затруднение выбор. Если бы еще один-два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Если сказать правду, Иван Павлович хоть и толстый, ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч, опять же, мужчина с достоинством. Уж так трудно решиться, что рассказать нельзя, как трудно. Ой, вот если бы губы Никанора Ивановича, да приставить бы к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь дородности, какая Иван Павлович, да прибавить к этому развязности Балтазара Балтазарыча, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь пойди попробуй. Даже голова стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Кто выкинется, тот и муж. Положиться во всем на волю Божью. Напишу всех на бумажках, сверну в трубочки, и пусть будет, что будет. Ой. Такое несчастное положение девицы, особливо еще и влюбленной. Никанор Иванович, Иван Кузьмич, Иван Павлович. Ой, Балтазар Балтазарыч. Они все уже готовы. Остается только свернуть их в трубочки, сложить в редикюль, ой, да хорошенько зажмурить глаза. Господи, страшно-то как! Хоть бы Бог дал, чтобы выкинулся Никанор Иванович. Да почему Никанор Иванович? Лучше Иван Кузьмич. Господи, а почему Иван Кузьмич? Ну, чем хуже все другие? Да нет. Кто выкинется, пусть это будет. Все выкинулись. Сердце так и колотится. Нет. Одного. Господи, ну хоть бы выкинулся. Господи, кого же я хотела сказать-то? Нет, кого прикажет судьба? Господи, кого прикажет судьба? Господи, кого прикажет судьба? Право, возьмите Ивана Кузьмича. Не пугайся-то я, чего испугались? Возьмите Ивана Кузьмича. Мне право стыдно, вы подслушали. Ничего страшного, я все-таки родня для вас. Ну-ка, ну возьмите Ивана Кузьмича. Откройте ваше личико. Право, возьмите Ивана Кузьмича. Он всех лучше. Усовершенствовал отличнейшую часть свою. Просто чудо, человек. Никанор Иванович. Дрянь против Ивана Кузьмича. А чего же дрянь? Ну, помилуйте, Иван Кузьмич, человек, которого не сыщешь. А все остальное дрянь. А Иван Павлович? Вы все-таки сравните, посудите сами, как все не было все-таки Иван Кузьмич. А то все не попал Иван Павлович, Никанор Иванович. Просто черт знает, что такое. Они, однако, все очень скромные. Какое скромное? Дручины. Самый буйный народ. Я охота же вам быть прибитым другой день после свадьбы. Что-то такое несчастье, какого и быть-то не можешь. Конечно, хуже не выдумаешь ничего такого. Так по вашему совету лучше взять Ивана Кузьмича. Непременно Ивана Кузьмича. Так вы говорите Ивана Кузьмича. Только Ивана Кузьмича. А тем другим разве отказать? Ну, конечно, отказать. Конечно, отказать. А как же это сделать? Это ведь как-то стыдно. Ну, скажите, что еще молоды, не хотите замуж, это все. Ну, они же не поверят, они станут спрашивать, да что, да как, да почему. Если вы хотите дело кончить одним разом, скажите просто, пошли вам дураки, вот и все. Да ну что вы, как же так можно? Ну, я вас уверяю, что после этого они все убегут вон. Нет, это нехорошо, это ведь как-то бранного. Да что тут бранного? Вы их больше никогда не увидите. Да все равно нехорошо, они ведь рассердятся. Это беда. Пускай рассердятся. Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А здесь самое простое, если кто-нибудь из них возьмет и плюнет в лицо, вот и все. Ну вот видите. Это беда. Другим тоже плевали несколько раз, ей-богу. Я тоже знал одного прекрасного собой мужчина. Румянцев все щеку. Mm. Так надоедал и газил на часть насчет прибавки жалния, что тот наконец не выдержал и плюнул сам лицо. Нет. На тебе прибавка, отвяжись, сатана.
А жалоб все-таки прибавила. Ну так что из этого? Пускай придет. Был бы далеко платок, он тут в кармане взял и вытер. Вот и все. Пожалуй, это кто-то из них. Я не хотел бы с ними встречаться. Погодите, а как же я? Ведь я же вся дрожу. Только присутствие духа. Прощайте. Господи, помоги мне, Господи. Господи, не оставь меня, Господи. Господи, помоги мне, Господи, не оставь меня, Господи. Господи, помоги мне, Господи, не оставь меня, Господи. Господи, помоги мне, Господи. Господи. Я пришел немножко пораньше, чтобы поговорить с вами наедине на досуге. Ой, насчет чина моего, полагаю, вам известно. Служу коллежским асессором. Начальниками любим, подчиненные слушаются. Не достает только одного – подруги жизни. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга – это вы. Да-с. О, она не то, что как бывает худенькие немки. Кое-что есть. Я еще очень молода, с ней расположена замуж. Позвольте, а сваха для чего хлопочет? Может, вы хотите сказать что-нибудь другое? Черт побери, никак не дадут делом заняться. Извините, сударыня, что, может быть, слишком рано? Ах, уже есть. Иван Павлович, мое почтение. Да провались ты своим почтением. Да как же, сударыня, скажите только одно слово, да или нет? Уж не ранее, чем следует, обуревает долг приличия. Мое почтение. Возьми себе свое почтение. Сударь. Нелегкое тебе принесло, подломились бы тебе твои пожары. Да как же, сударь, я человек должностный. Скажите только одно слово, да или нет? Не нужно, не нужно, ничего не нужно. В каком отношении не нужно? Ничего, я не того. Пошли вон, дураки! Господи, что же я такое сказала-то? Как пошли вон, сударыня? Что сударь, это значит? Служилки, что сударь, вы разумеете под этим? Но имею, однако, представление. Прибьет! Прибьет! Сударыня! Что за бридж такая? Вот правая история. Что? Что? Что случилось? Что? Скажите, что? Невеста что? Дура, что ли? Дура? А что случилось? Да непонятные поступки. Выбежал, стал кричать, прибьет, прибьет, прибьет. Да господа! Да, она дура. Да? Скажите, вы ей родственник? Кто я? Да, вы. А ну, конечно, родственник, конечно. Ну, как родственник, позвольте узнать. Как? Вы знаете, как-то тетка моей матери, что такое ее отцу, или ее отец, что такое тетке моей матери, вы знаете, лучше жену спросить, она это лучше знает. Ну и давно за ней водится эта дура? Давно. Сызмала. Да. Самого сызмала. Лучше бы, если она была поумней. Да. А, впрочем, дура тоже хорошо. Были бы статьи прибавочные в хорошем порядке. Так ведь за ней нет ничего. Как так? Как? А каменный дом? Каменный дом? Каменный дом? Если бы вы знали, как он выстроен. Стены-то выведены, один кирпич. Как? А внутри всякая дрянь. Да. Мусор, щепки, стружки. Я, ну почему? Буду вот не знать, как теперь домы строить. Лишь бы только в ломбард заложить. Да, но дом-то однако ведь не заложен. Не заложен. Кто вам сказал? Вот в том-то и дело, что не только заложен, да еще за 2 года проценты не выплачены. Да и в сенате есть брат. Сутяги такой свет не производил. Последнюю юбку снял с матери безбожник. Так как же мне старуху свах? А вот так. И мне старуха. Ах, она бестия. Бестия, бестия. Изверг рода человек. Под строжайший допрос. Если это правда, я заставлю ее запеть не так, как другие поют. Где сваха? Позвольте. Позвольте вас тоже побеспокоить вопросом. Да? Признаюсь, не зная французского языка, очень трудно судить самому. Знает ли женщина по-французски или нет? Как хозяйка дома знает? Не бельмесом. Что вы? Вы знаете, я эту очень хорошо знаю. Да? Она училась вместе с моей женой в пансионе. Так. Говорят, вечно ленивица была. Ленивица? И в дурацкие шапки ходила. А французский учитель просто бил палкой по голове. Такая пам! Представьте же. У меня с первого раза, как только я ее увидел, было какое-то предчувствие, что невеста не знает по-французски. Да черт! Французский! Французский!
Вот она, старая греховодница! А ну подойди сюда! Подойди сюда! И ни слова не разберу, оглушили совсем! Дом строен в один кирпич, а ты говорила, и с мезонином, и черт знает! А не знаю, не я строила, может быть, надо было в один кирпич, а то так и построили! Да еще в нам подсоложено! Вы меня съели! Ведьма-то старая! Смотри-ка, ты еще бронится! Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем. Вот и мне вы рассказали, уважаемая Фёкла Ивановна, что невеста знает по-французски. А знает, родимый, все знает. И по-немецкому, и по-всякому. Такие хочешь манеры, все знает. Нет, она только по-русски и говорит. А что же из того, что говорит по-русски? Понятно ли по-русски, оттого и говорит по-русски. А как бы знала по-пусурмански, так тебе ж хуже. Ничего б не понял. А тут уж нечего толковать про русскую речь. Речь известна, какая все святые говорили по-русски. А ну подойди сюда, проклятая, подойди сюда. Ну смотри, голубушка, это даром тебя не пройдет. Вот как сведу тебя в полицию, будешь знать, как обманывать честных людей. Вот увидишь. А невесте скажи, что она подлец. Непременно скажи. Господи. Смотри, это ты, что толст, так и думает, что ему равного нет. А я тебе так скажу, ты сам подлец, вот что. Да, не думал я, уважаемая Фёкла Ивановна, что вы будете так обманывать. Да знаю я, что невеста с таким воспитанием, ноги бы моей здесь не было, вот что. Белины объелись, белины, белилишние. Вот села, глупая грамота! Чё горло-то дерёшь? Как его разобрало? Ой, не, ради бога, я прошу тебя! Знай, покойница с суда свихнула, как тебя рожала! Как его заливается! Мне нравится весёлость вашего нрава. Ой, не могу. Это у нас... В эскадре капитан Болдырева был Мичман, Петухов, Антон Иванович. Вот тоже был веселого нрава. Вот ему ничего больше. Вот так покажет один палец. И вдруг засмеется. Ей-бог. И до самого вечера смеется. Ну, глядь на него себе. А дура. Становится смешно. Слах, а? Что ж сам стоит потом чинать? А чем вздумал, а? Женить. Куда я женить-то? Куда? Ой. Вот и я женю, так женю. Нет. Ой, как женю. Так вы не в шутку можете женить. Кого угодно и на ком угодно. Не. Так жените меня на здешней хозяйке. Позвольте, да. А вам вот зачем жениться-то? То есть как? Зачем? Нет, ну это... Немножко даже странный вопрос какой-то. Ну, известное дело, зачем? Позвольте, но ведь за ней приданого-то нет. Ну, на нет и суда нет. Нет, конечно, это дурно. Но знаете, вот с такой премилой девицей, с ее обхождениями, можно прожить и без приданого. Представляете, вот так вот. Небольшую комнатку, маленькая прихожая, тут вот ширмочка или какая-нибудь перегородочка. Скажите, а что вам в ней понравилось? Ну, сказать правду, мне понравилось, что она полная женщина. О! Я большой аматер со стороны женской полноты. Да? Знаете, я думаю, вам вообще не стоит жениться. То есть как? Да так! Встать!
Смирно! На что с вас завид? Между нами будет сказано, у вас нога петушья. Петушья? Петушья. Нет, позвольте, то есть как петушья? Вот так вот петушья и все. Позвольте. Не позволю! Касается насчет личности. Ради бога, я больше никогда такое не буду говорить. Да. Вы удивительный человек. Вы знаете что? Да. Я вас женю на другой. Нет, я бы попросил, чтобы на другой вы меня не женили. Уж, пожалуйста. Ради бога, хорошо. Так, любезно, чтобы на... С одним условием. Вы не вмешивайтесь ни во что, не показывайте даже на глаза невесте, я все сделаю без вас. Нет, ну как же, это все и без меня. Нет, ну все-таки на глазах мне надо будет ей показать. Не надо, ради бога, не надо. Идите домой, сегодня же вечером все будет сделано. Прощайте, до свидания. Нет, ой, как хорошо было. А если невеста захочет полюбопытствовать? Идите домой, идите, я сегодня сделаю, до свидания. Показать прощайте. Аттестат. Прощайте, до свидания. Список. Прощайте, идите домой, до свидания. Я слетаю. Прощайте, прощайте, до свидания, ой, до свидания, прощайте. Черт, с два я тебя женил. Агафья Тихоновна! Агафья Тихоновна! Ну что, ушли никого? Нет. Ушли никого. Господи, если бы вы знали, как я вся дрожала. Ну, конечно, это кого-то, что со мной еще никогда не бывало. Да. Послушайте, ну какой страшный этот лисиц. Страшный. Как он должен быть тиран для своей тиран, жены. Тиран, тиран. Мне так вот и кажется, что он вот-вот 7 минут сюда вернется. Он ни за что не воротится. Я ставлю вам голову, если кто-нибудь из них двоих покажет нос свой здесь. Погодите. Да? А третий? Какой третий? А Балтазар Балтазарович? Фу ты пропасть, о ком вы говорите? Это же просто черт знает что такое. Набитый дурак. Нет, однако же на вид он мне показался очень хорошим. Пьяница! Человек. Как, неужели еще и пьяница? Помилуйте, отъяный мерзавец. Нет, позвольте. Помилуйте. Этого я не просил. Обратите внимание. О, он еле держится на ногах. Этакой мысли ты, он каждый день выписывает. Гоните в шею его, в шею. Что-нибудь заболбить мой профит? Похвалить другое дело, чтоб этаким образом, этакими словами, будьте любезны кого-нибудь другого, а меня оставьте. Нет, сударь, вы не верьте это. Извините, у меня болит голова, мне не здоровится. Сударь, нет, вы не смотрите, что у меня здесь маленькая пришина. Это ничего, это от лихорадки. Это волоса сейчас вырастут. Мне все равно, что бы у вас там ни было. Нет, сударь, нет. Если я надену вот черный фрак, так у меня цвет лица будет побелей. Для вас же лучше. Прощайте. Сударь, позвольте, сударыня. Вот. Ушла. Как 17-й раз случается со мной. И все почти одинаковым образом. Ну, поначалу-то ведь кажется, ну все хорошо, а как вот дойдет до развязки, смотришь и откажет. Да. Это 17-я невеста. Ну, что ей хочется? Ну, чего ей надо? Чего? Ну, этак-то, ну, с какой станет? Непонятно. Ну, добро, ну, был бы я, ну, нехорош чем-нибудь. Ну, нельзя же сказать этого. Ну, все, слава богу. Натур не обидел. Темно. Чрезвычайно темно. Раз пойти домой, порыться в сундуке, там у меня были стишки, против которых ни одна не устоит. Жаль. Право, жаль.
Видел, с каким длинным носом он вышел? Неужели же ему отказано, как и тем? Наотрез. Ой, приконфузно, однако, если тебе откажем. Ну, еще бы, хуже не выдумаешь ничего такого. Я все еще не могу поверить, будто она так прямо сказала, что предпочитает меня всем. Какое предпочитает? Она тебя просто без памяти. Да, такая любовь, каких имен только надавала. Да, брат. Такая страсть, так, брат, закипит. Если захочет, каких слов только не накажет. А мы таракашечка и букашечка и чернушечка. Это что за слова? Вот женишься, увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Вот так, брат, питаешь. Вот. А так скорее к делу. Итак, сию минуту к ней, открой сердце и требуй руки. Смелее. Не, подожди, Лев. А вот и она. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого, видите, еще никогда не был так влюбленного. Лев, ничего-то уже будьте слишком, с ним Лев. Посмелее, он очень смирен. Старайтесь, как может быть, развязнее. Это поворотить как-нибудь бровями. Или выставить как-нибудь плечо ему. И пусть смотрит на него мерзавец. Однако плохо, что вы надели платье с коротким рукавом. Но ничего, ничего, ничего. И это хорошо. Итак, господа, я вас оставляю в приятном обществе. Я только на минутку в столовую и на кухню забегу. Нужно распоряжение дать. Может быть, официант пришел, к которому заказан ужин. Смелее! Прошу покорнейше садиться. Вы, сударыня, любите кататься? Как скататься? На даче. Очень приятно кататься летом в лодке. Да, с иногда знакомыми прогуливаемся. А какое лето будет, еще неизвестно. Желательно, чтобы было хорошее. Вы, сударыня, какой цветок больше любите? Который покрепче пахнет, гвоздикус. Дамам очень идут цветы. Да-с. Приятное занятие. А в какой церкви вы были в прошлое воскресенье? В Вознесенской. А неделю тому назад в Казанском соборе. Ну, впрочем, молиться все равно в какой-нибудь церкви. Но в той только украшение лучше. Вот скоро будет екатеринговское гуляние. Да, через месяц, кажется. Даже и месяца не будет. Должно быть веселое гуляние. У нас сегодня 8 число, завтра 9, 10, 11, 12. Через 22 дня. Подумайте, как скоро. А я сегодняшнего дня даже и не считаю. Какой-то смелый русский народ. Как-с? А работники. Стоит на самой верхушке. Я сегодня мимо дома проходил, так штукатурщик штукатурит. Ничего не боится. А в каком это месте? А, по дороге, по которой я всякий день хожу в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность. Как вы уже хотите. Да-с.
наскучил вам. Что вы, как можно? Это я, напротив, должна благодарить вас за подобное препровождение времени. Да, мне право кажется, что наскучил. Право, нисколько. А если нет? Позвольте. Ну, в другое время. Вечерком как-нибудь. Сейчас узнала его хорошенько. Ну, право, нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. А как приятно с ним говорить. И ведь главное то важно, что совсем не пустословит. Ой, какой прекрасный человек! Пойду расскажу тетушке. Тетушка! Домой. Домой? А зачем домой? Ну, зачем же мне здесь оставаться? Я уже рассказал все, что следовало. Стало быть, сердце ты ей уже открыл? Разве только что сердце не открыл. Вот тебе история. Почему же ты не открыл? Ну, как же ты хочешь. Не поговоря прежде ни о чем. Сказать друг сбоку припеку, сударыня, дайте на вас женю. Так о чем же вы? О каком таком вздоре толковали биток полчаса? Ну, переговорили обо всем. Знаешь, очень доволен, с большим удовольствием провел время. Послушай, посуди ты сам, когда же мы все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь под венец. Ты что, с ума сошел? Сегодня под венец? Ну почему бы нет? Сегодня под венец? Ты же сам дал слово. Сказал, как только женихи будут прогнаны, сейчас же готов жениться. Я теперь не прочь от слова, но не сейчас же. Месяц, по крайней мере, нужно дать воздуху. Месяц? Ну, конечно. Ты что, с ума сошел, что ли? Не меньше месяца, никак нельзя. Да я же официанту заказал ужин, бревно-то эдакое. Да. Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь. Что ты говоришь, как же теперь? Я прошу тебя, душенька, не упрямься, милочка, только теперь. Да нельзя, брат, да право все нельзя. Можно. Да неловко. Да что неловко, брат, право неловко. Кто тебе это сказал, что неловко? Ведь я говорю, ведь тебе не потому, что ты экспедитор. Я тебе говорю из-за любви. Ну, взгляни оком благоразумного человека, ну хочешь. Я стану на колени перед тобой, вот! Я же на колени перед тобой, я прошу тебя! Век не забуду твои слуги! Не упрямься, душенька! Да нельзя, брат. Это право, нельзя. Свинья! Ну и бронись. Для чего бился, для чего старался? Я, дурак, для твоего пальца старался. Я тебя сейчас брошу, мне какое дело? То есть я просил хлопотать. Да без меня ничего не сделаешь. Не женить, ты же век останешься дураком. То есть я просил. А тебе, деревянная башка, старайся, да тебе. Не надо мне твоих стараний, не надо. Ну, ступай же. К черту! Чтоб ты себе сейчас же переломил ногу, вот от души посылаю тебе желание, чтоб пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку. Тряпка, не чиновник! Иди, клянусь, между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся! Иди к дьяволу, к приятелю, дурак! Свете подобный человек. Этакий дурак. Если уж на правду пошла, то я хорош. Но скажите мне, я вот на вас на всех сошлюсь. Ну не олух ли я? Ну не глуп ли я? Из-за чего я бьюсь? Что я ему? Тетка? Свекруха, кума, что ли? Из-за какого дьявола я хлопочу о нем? Не даю себе покоя.
а просто черт знает из чего. Ох, какая глупая, мерзкая рожа, взял бы тебя, глупая животина. Да щелчком бы тебя бы в нос, в рот, в уши, во всякое другое место. Ведь ваше досадно-то. Он вышел, с него как из гуся вода. Пойдет сейчас к себе на квартиру, будет лежать и трубку покуривать. Вот что нестерпимо-то! Сейчас нарочно приведу его сюда. Не дам улизнуть под лицо. Под колесин! Под колесин! Бьется сердце, что здесь не трудно. Везде, куда ни поворачусь, везде так вот и стоит передо мной Иван Кузьмич. А так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния. Возьмут меня, поведут в церковь, потом оставят одну с мужчиной. Дрожь меня так и пробирает. Прощай, моя прежняя девичья жизнь. Вот так вот жила-жила, а теперь приходится замуж выходить. Забот одних сколько. Дети пойдут. Мальчишки народ дрочливый, а там и девчонки пойдут. Выдавай их замуж. Хорошо, если выйдут за хорошего. А вдруг за пьяницу какого? Или за такого, который готов поставить на карточки все, что не есть на нем. Не успела повеселиться девическим состоянием. И 27 лет не пробыла в девках. Господи, да что же Иван Кузьмич-то так долго мешкает? Кузьмич, прошу. Сударыня, я пришел к вам изъяснить одно дельце, но я раньше хотел бы знать, не покажется ли оно вам странным? Что же это такое? Нет, вы прежде скажите, не покажется ли оно вам странным? Я не могу знать, что такое. Вам должно быть покажется странным то, что я сейчас скажу. Да помилуйте, как можно, чтобы было странно? Мне от вас все приятно слышать. Но это вы еще никогда не слышали. Это вот о чем. Но пусть я скажу об этом когда-нибудь после. Да что же это такое? Я признаюсь, теперь хотел объявить вам это, но все как-то сомневаюсь. Чего же вы сомневаетесь? Все как-то берет сомнение. Как это глупо, 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 сударыня. Неужели вы не видите? Он просит руки ваши. Илья Фомич. Желает только объявить. Илья... Что не может без вас жизнь существовать, спрашивает только, согласны вы его счастливить, так что, сударыня, да или нет? Я не знаю, смогу ли я его... Да, я согласна. Натурально. Давайте ваши руки. Давайте ваши руки. Сейчас. Брак? Это такое дело. Это не то, что взял извозчик и поехал куда-нибудь. Это обязанность совершенно иного рода. Это обязанность? Ну, что это за обязанность? Я тебе потом объясню. А теперь, теперь, Иван Кузьмич, давай свою... Целуй свою невесту. Целуй, целуй. Ты теперь можешь это делать. Ты теперь обязан это делать. Смелее. Смелее. Ай, молодец. Сударыня, какие у вас прекрасные ручки. А чего у вас такие прекрасные ручки? Сударыня,
Я хочу, чтобы сейчас же было венчание. Как сейчас же? Это же очень хочу скоро. Хочу еще немедленнее. Хочу сию минуту. Стоп! Сударь, не прошу сюда. Стоп! Сударь, скорее давайте под внешний платье в церковь пора. Я бы не готовилась сию минуту. Скорее. Благодарю, брат. Ну вот видишь? Благодарю. Стоп. О, благодарю, брат. Только теперь я вижу, что ты действовал из дружбы. Ну, конечно. Будущей весной непременно навещу могилу твоего отца. О, спасибо. Благодарю, брат. Теперь я вижу совершенно иной мир. Все как-то движется, живет, чувствует. Знаешь, это как-то испаряется, этот как-то сам не знаешь, что делается. Так. А прежде я чего не видел, я замечал. На минуточку. А его шляпу с собой возьму на всякий случай. В самом деле, ну что я был до сей поры? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Жил, ходил в департамент, обедал, спал. Словом, был в жизни самый припустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы те, которые не женятся. Если бы я был где-нибудь государь, я дал бы повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека. Господи, как подумаешь, через несколько минут будешь и женат. Вдруг вкусить блаженство, которое бывает разве что в сказках, которое не высказать, и слов не найти таких, чтобы высказать. Однако, что не говоря, как-то даже делается страшно, когда хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь. На весь век связать себя. Уже ни отговорки, ни раскаяния. Ничего. Ничего. Все кончено, все сделано. Вот уже и теперь нельзя никак назад попятиться. Через минуту и под венец. Уйти даже нельзя. Да будто в самом деле нельзя уйти. Да нет, нельзя. Натурально нельзя, там и в дверях, и везде люди. Но спросят, зачем? А вон, окно открыто. А что если в окно? Да нет, нельзя. Неприлично, да и высоко. Ну, не так уж и высоко. Один фундамент, да и тот низенький. Да нет. Как же со мной нет даже картуза, как же без шляпы, неловко. Да неужто же нельзя без шляпы? А что если попробовать? Попробовать, что ли? Господи, благослови. Иван Кузьмич, милочка, лапушка, где ты? Иван Кузьмич, в церковь пора. Ты не видала, где Иван Кузьмич? Да они свыпрыгнули в окошко. В окошко? Да ты вправду говоришь. Что же это такое, батюшка? В издевку разве что ли посмеяться задумали? Да я шестой десяток живу, а такого срама еще не наживала. Да я зато вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы подлец после этого, коли вы честный человек, осрамить на весь мир девушку. Да я мужичка до такого не сделаю, а еще дворянин. Да видно, у вас только
На пакости, да на хамство хватает дворянства. Под колеса! Вот он тот, что знает повести дело. Без свахи умеет свадьбу заправить. Да у меня пусть будут такие женихи да эдакие, общипанные всякие. А таких, чтобы прыгали в окна, таких уж нет. Прошу простить, дело сватского не знаешь, что ли? Еще если бы выбежал в двери, но дело, а коли жених дошмыгнул в окно, тут уж мое почтение. Вот он тот, что знает повести дело. Стыдно. Стыдно. Степан!